от страхов возникают заболевания, связанные с желудком. Это эзофагеальный рефлюкс, запор, это все страхи. И такому человеку необходимо больше принимать продуктов там, где есть хлориды. Кушать соленое, кушать, принимать алкоголь, таким людям полезно. То есть поднимать кислотность. И второе, есть, смотрите, два есть элемента в жизни человека, которые управляют человеком. С одной стороны, это злость и агрессия. И с другой стороны, страх и скованность. Помните, да, по Александеру, психологу, и по Лурии, да даже по Пирогову, который говорил, что есть рефлексы, которые однозначно каким-то образом разделяют и животных, и людей, там, и у Фрейда такое было тоже в психоанализе. Ну, у него там все связано с сексуальным миром, там, и сексуальным познанием и так далее. Ну, тоже интересно. Но все-таки вернемся к этой теме, и получается, у человека есть только две функции, которые реагируют в его жизни. Бог так людей устроил, что человек может быть ориентирован на то, чтобы бояться, и это блокирует его действия. И второе, злиться и действовать необдуманно. Получается, и первое, и второе связано у нас с левой частью тела по тибетской медицине. Левая часть тела и ее восстановление, как бы устранение от страхов, это питье подсоленной воды. А также прием, допустим, продуктов питания, таких как квашеная капуста, что там еще, что я могу вспомнить, что они там рекомендовали. Вареное мясо, квашеная капуста, дальше соленая рыба, сушеное мясо, соленое тоже. Алкоголь, тян надо принимать, это рисовая водка такая, из ячменя, паленого такого, гадкая. Ну, алкоголь можно любой. Сладкое можно. А те, которые правую сторону, это вот есть люди, которые хотят сказать и боятся. А есть люди, которые хотят сказать, не могут удержаться и орут. Вот те, которые не могут удержаться и орут, у них преобладает правая сторона. Они агрессивные и злые. Те, которые боятся и замолкают, могут контролировать свои эмоции. Они связаны с левой стороной. Для правой стороны, чтобы уравновесить правую сторону, необходимы продукты питания, которые будут ощелачивать. Это карбонат натрия, допустим, если для левой стороны это там натрий хлорид или сульфат натрия хлорида, вода такая, там куяльник, то для правой стороны, тех, кто агрессивный, не может сдержаться, нужно боржоми. Если у человека переизбыток правой стороны, у него начинается, как там в народе говорят, медвежья болезнь. То есть он все время, у него жидкий стул. Таким людям не нужно кушать сладкое, таким людям нужно ограничивать себя в еде, таким людям нельзя горькое, алкоголь нельзя. А те, которые с левой стороны, им наоборот нужен алкоголь, им наоборот нужен. Почему? Их будет это стимулировать, мотивировать и так далее. Они перестанут бояться. Для левой стороны действия, для правой стороны спокойствие и медитация.